на ремонте вот такая посуда, такой духовой шкаф Whirlpool FX-TM6. Проблема при включении выдает ошибку F01. Вот так он выглядит. Не реагирует ни на какие действия. Ошибка F01 при включении. Разбираем, откручиваем, чтобы добраться до электронного блока, откручиваем вот эти винты и снимаем верхнюю крышку. Я полностью крышку для того, чтобы можно было добраться до самой платы. Специально сейчас показываю плату, чтобы было видно, куда какой провод, если кто-то забыл. Куда какой разъем. Значит, ну вот так, я думаю, этого достаточно. Проверил. Значит, ошибка F01 это ошибка датчика температуры. Проверил я сопротивление датчика. Вот датчик температуры. Вот сюда два красных провода. Я его даже открутил, думал, что с ним какая-то проблема. Вот так выглядит этот датчик. Но он показывает сопротивление, с ним все в порядке. Проблема где-то дальше. Сейчас сниму все разъемы и покажу, в чем вопрос. Значит, обратил я внимание на то, что вот сюда приходит, вот сюда, сюда и сюда. Вот сюда и сюда приходит, нет, вот сюда и сюда приходит датчик температуры. Вот я проследил, куда они идут, на вот эти два контакта. Вот этот приходит сюда, а этот приходит вот сюда. Вот тут он обходит. Значит, отсюда прослеживается сигнал до сюда. Ну, там идет дальше, но даже уже отсюда сюда не прослеживается. Оказалось, что здесь в самом начале прямо возле клеммы, возле подпайки идет дорожка, и на дорожке обрыв. Я подпаял, чуть-чуть зачистил, подпаял все, контакт появился, и появился сигнал от датчика температуры, и заработала машинка. Но еще появилась одна проблема, не работает. Здесь вот есть два реле. Не работает одно реле. Вот это верхнее. Сейчас покажу точнее. Вот это включает верхний обогреватель. Это нижний обогреватель. Вот этот контакт силовой идет на нижний обогреватель. Получается, что, ну, вот, сейчас вот это силовой, но вот это вот управляющий на реле, и здесь тоже не прослеживается сигнал вот отсюда. Уже дальше это один, это общий, это на верхний обогреватель, вот это на нижний. И уже сюда не доходит сигнал, прямо возле этой площадки обрыв дорожки. Тоже я чуть-чуть зачистил, сейчас запаяю, и будет, в принципе, все работает, вся автоматика включается, кроме верхний обогреватель включается. А нижний, смотрю, не включается. Вот сюда сейчас попробую допаять дорожку, и, скорее всего, обогреватель тоже включится. Видимо, от вибрации
дорожки тонкие и оборвались. Чуть-чуть рядом, прямо с пятаком, чуть-чуть зачистить. Вот не могу сказать, не знаю, будет ли видно. Вот. Рядом с пятаком. И я, наверное, ну, обрыв, конечно, не видно. Ну, я зачистил и сейчас обложу, пропаяю и снова поставлю, посмотрю, будет ли работать. Взял два обрыва. Сейчас уже включил. На экране уже ошибку не выдает, выдает температуру. Не знаю, слышно ли или нет, но шипит. Видите, шипит здесь, шипит сверху. Оба тена работают, переключение происходит. Все в порядке. Духовый шкаф отремонтирован. Поломкой был обрыв двух дорожек, которые, в общем-то, легко нашлись. Почему? Потому что, во-первых, было известно, что проблема с датчиком температуры. И второе, было, я проверил, что нижний тен не работает, проследил, нижний тен идет сюда, значит, на это реле, проверил, сигнал не идет на реле, дорожка в обрыве, просто прозвонил и сразу это определил. Ну, а все остальное, в принципе, все работает. Собираю и возвращаю клиенту. Подписывайтесь на канал. Различные устройства, приспособления, ремонт техники. Все очень интересное.